Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. Сегодня рядом со мной присутствует мой куратор, гид Гаскаус, планет-исследователь, биолог, психолог, специалист по инопланетным формам жизни. В нашей конференции участвует писатель и исследователь духовных миров София Бланк. Здравствуйте, София! Здравствуй, Ирочка! Бесконечно счастлива быть в контакте с такой высокой личностью. Дорогой Мит Гаскаускас, расскажите, пожалуйста, у меня есть информация от мальчика-подростка, связан с космическими учителями, о том, что именно этим знаком лечат и его знают во всем космосе. Что вы нам скажете по этому поводу? Ну, МИД говорит, что эти знаки, они являются отражением сейчас. Эти знаки являются символами энергии духовного мира. То есть, когда человек на них смотрит, он настраивается на свой духовный канал и призывает как бы ангелов. Известны во всем космосе. Они известны в космосе там, где занимаются контактами с духовным миром. Почему они именно такие? Потому что знак треугольника, направленный вверх, он означает, он творяет, он желтого цвета, а олицетворяет вообще язык пламени. Того света, которым светится как бы душа человека, да, а внутри там вот есть круг, вот это вот как бы окно в мир духовный, то есть, ну, это вот такой вот символ контакта со светом, да, вот как пламя, и, соответственно говоря, круг, ну, в центре, как одновременно окно и как глаз. Вот это два знака вверху и внизу на этой мандале. И когда я эти знаки вышивала и определяла эти знаки на человека, то рядом с человеком появлялись ангелические существа. Причем они были разного внешнего вида. Были похожие на орла, были похожие на лебедя, были похожие на сову. Можно задать вопрос и уточнить, какими бывают ангелы, ангелические существа, плазмоидные существа, которые взаимодействуют с человеком? Как плазмоиды, так и невоплощенные духи могут принимать любой образ. Вообще крылья – это образ полета. Сами по себе, как физических крыльев, конечно же, у ангелов и у плазмоидов нет. Они создают это в своем образе, в своем воображении, чтобы показать человеку, что они прилетели как бы с духовного мира. Угу. Мало того, дух, который выходит через свой духовный канал в мир духов, человек, человеческий дух, если он будет сосредотачиваться на себе и осматривать себя, он часто может увидеть крылья, потому что он летит в этот момент в духовный свет. Правильно ли является позиция, которую мы, так сказать, проводим через эфир, о том, что главной и важнейшей защитой человека являются молитвы, обращенные к Высшим по определенным формулам? Главной и основной защитой человека от негативных, то есть низковибрационных, что такое негативное? Это сущности, настроенные агрессивно и деструктивно по отношению к человеку. Это могут быть как плазмоидные сущности, так и невоплощенные духи с низших демонических уровней. Лучшей защитой от тех и от других является полная уверенность в божественной защите,
полная уверенность в себе, как в части божественного духа, ну как в части Бога, вера в то, что ты идешь, в то, что человек идет правильным путем развития, отсутствие сомнений, отсутствие страхов и негативных эмоций и чувств злобы, зависти, там, агрессии, обиды, ну и других разрушающих эмоций, которые образуются в результате негативных ментальных установок в поле самого человека. Те открытые двери для негативных сущностей, которые вы, София, сейчас описали, открываются изнутри самим человеком. Бог, когда давал воплощение в этом теле каждому из вас, дал вам очень хорошую защиту, которая называется вуаль астрала. То есть это некоторая пограничная энергия между материальным и духовным миром. Вуаль астрала может быть нарушена действиями самого человека, которые направлены на контакт с духовным миром без очищения его от негативных, без очищения сердца, духовного сердца человека от негативных чувств, желаний и без очищения его разума от негативных мыслей. Если человек с этим негативом, содержимым своего сердца, будет применять способы для контакта с духовным миром, есть такие специальные, визуализация, медитация, те же карты, например, разнообразные средства, то этими действиями он даст понять находящимся рядом духовным сущностям о том, что он желает с ними контакта. И даже молитва, если человек верит в высшие силы и молится этой молитвой, он дает понимать не только Богу, но и находящимся с ним сущностям, что он верит в духовный мир и желает с ним контакта. И этим всеми духовными действиями, которые направлены на контакт, он открывает двери тем сущностям, которые находятся рядом. Проблема состоит в том, что человек открывает двери, ну, можно так сказать, неосознанно всем. То, что неосознанно, а он открыт для контакта с тем, кто придет. А кто же придет в его ауру? Ангел или демон? Высоковибрационный плазмоид или низковибрационный плазмоид? Это зависит от нескольких факторов. Первый фактор – это состояние энергоцентров человека, насколько в них есть негатив, там, насколько в них есть позитив. Второй фактор – это кармическая ответственность, нет. Это кармическое тело человека, каузальное тело, то есть те его уроки и задачи, которые он пришел решить в этой жизни. Те жизненные задачи, которые он пришел выполнить, которые записаны в его каузальном теле. И спускаются на ментальный план по мере его осознанности. И третий фактор – это, естественно, состояние его, как это сказать сейчас, ну, вера, что ли, его вообще. Вот. Ну, это тоже состояние энергоцентров, то есть его осознанность в контакте с этими сущностями. То есть, например, тот же демон,
будет разговаривать по-разному с осознанным человеком, который осознает его присутствие, и с неосознанным, который не осознает его присутствие. У него будет совершенно разный контакт с ними и разные последствия для человека от этого контакта. Чем осознаннее контактер, тем он безопаснее может контактировать для себя в первую очередь. Если контакт неосознан с низким вибрационным существом, этот контакт становится опасен тем, что мысли, желания и чувства, мыслеформы этого низкого вибрационного демона в данном случае, или плазмоида, принимаются человеком за свои собственные, что может привести к его ошибкам там, в жизни, к каким-то грехам, негативным поступкам по отношению к себе и к окружающим. Так что главная защита – это полное доверие Богу и высокие вибрации любви. Молитва – это лишь средство повысить свои вибрации, если человек молится осознанно, желая, чтобы те слова молитвы, которые он произносит, исполнились в его жизни. Можно молиться своими словами, просить Бога, как своего отца, просить всех святых о защите, о покровительстве, но при этом это делать без страха. То есть просить о защите без страха. Не то, что защити меня, я бессилен перед сущностями. Нет. Как только вы признали свое бессилие перед сущностями, вы отделили себя от Бога и уже перестали чувствовать его частью. Себя его частью. И это отделение от Бога побуждает самого Бога отнять от вас свою благодать и защиту, так как вы ему не доверяете, и поэтому вы свободны проходить свой урок самостоятельно, без его защиты, с этими сущностями, которые рядом. Примерно так. Спасибо.